Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Сегодня мы с тобой продолжаем играть. А как нам продолжить? А если нажмем продолжить? Все нормально, да? Продолжаем с тобой играть в Atomic Heart. Вот. Продолжаем с тобой играть в Atomic Heart. Мы с тобой, значит, в той серии бегали за матершинником гусем. В этой серии мы продолжаем. Нам надо поговорить с профессором. Профессор умный человек. Как им пользоваться? В общих чертах, секатор может отключать магнитоходы бус и отделять их друг от друга. С аспектами боевого применения, я уверен, вы разберетесь и сами. Это по вашей части. Так точно. Как это вообще возможно, чтобы ремшкаф взял под контроль целый комплекс? Элеонора, это глобальное устройство. Передовое достижение сразу нескольких отраслей науки. Она искусственный интеллект на базе мощнейшего вычислительного центра. Да, тут-то Петров мозг ей сломал. Ваше глобальное устройство теперь похотливый холодильник. Виктор хотел починить себе Элеонору. Но взломать ее мозг, над созданием которого трудились десятки самых талантливых ученых СССР, одному человеку не под силу. План Петрова ожидаемо провалился. Хотя, я соглашусь, что холодильник, наверное, и правда странный итог всей этой истории. Да ничего Петров не хотел. Псих. Испоганил ей мозги, да и только. Как и роботов-балерин в театре. Он запрограммировал ее, якобы она молодая, талантливая женщина, которая стремится быть всецело предана одному идеальному мужчине. На эту роль Петров хотел определить себя. Ну что-то пошло не так, да? Элеонора – развивающийся интеллект с алгоритмами самоанализа. Петров на роль ее идеального мужчины не подошел. Он нарушил архитектуру управляющих алгоритмов. И тогда дефектный самоанализ привел к непрогнозируемым результатам. Почему Элеонора меня не убила? По неизвестным мне причинам, Леонора сочла вас тем самым идеальным мужчиной и решила сохранить вам жизнь, отвергнув Петрова. Вследствие тяжелой деформации своих управляющих алгоритмов, она взяла под контроль весь подземный комплекс. Открыв лабораторию, она выпустила на поверхность экспериментальные образцы семеногов. В результате весь остальной живой персонал Менделеева погиб. Вы сказали, что Элеонору можно починить. А, да. Ее интеллект можно переустановить вручную. Но сначала придется доставить в мозг модули с эталонными алгоритмами. А такие есть? Бусы, Сергей. А, бусы. Да. А, у них полный пакет для замены важных полимерных компонентов. К сожалению, все попытки доставить их в помещение загрузки закончились неудачей. Вы отправили роботов, но их перехватила Бабазина. Не сразу. Автономные роботы-магнитоходы должны были доставить сгустки полимера с алгоритмами в помещение мозга. Элеонора же блокировала все доступы. Но тут есть Бурап. Он прорыл туннель с поверхности внутрь Менделеева. Вы по нему выбрались. По туннелю я отправил туда нейрокукол с бусами. Планировалось, что бусы самостоятельно доберутся до загрузочного помещения, а нейрокуклы уложат их в финал пневмозагрузчика. И вот тут пролетела Баба Зина. А, тут да. Полковник Муравьева захватил местный узел. Нейрокуклы стали враждебным практически мгновенно. Часть бус к тому моменту уже находилась под землей. Я едва успел подать общий сигнал о переходе в автономный режим. Все решили какие-то секунды. Теперь куклы Зинаиды не могут их поймать, но и контроль над бусами утерян. Они от меня будут убегать. К сожалению, вы правы. Ну и атаковать, конечно. Тоже верно, но поодиночке бусы не очень опасны. Хуже будет, если они начнут собираться в комбинации. Хуже будет, если бабка спустит на меня бурав. О, нет. К счастью, я успел его отключить.
Вот отлично. Пойду искать бусы. Да, пойдем искать бусы. Погодите. Только с кодами доступа. Вот возьмите. Они откроют вам шлюзы комплекса. Спасибо. Пошли. Где там убийца Маничелла? Я за тобой слежу, услышь? А тут там людей хочешь убивать. Маничелла. Так, секатор. Секатор имеет два режима огня. Основной, на левую кнопку мышкой, требует боеприпасы и будет решетить цель подобно автомату. Ага. Вторичный, при удержании правой кнопки мыши заряжает волну, разрубающую противника на части. Для заряда вторичного огня требуется энергия. В комбинации секатора превращается самое смертельное оружие. Один из бус находится в секторе оранжерей, здесь, на поверхности. Вы можете начать с него. Спасибо за предупреждение. Ну, пойдемте. Что-то как мне не нравится. Графон какой-то, знаете, типа, ну, график-то вроде нормально, да, но туман, вот это все, там на YouTube еще все это размажется. Это все растительность. Здесь тумана как-то много, вот этого мелкого. А YouTube это все не любит. Это отсюда так все заросло. Идем сразу по заданию, я думаю. Я думаю, смысла здесь ходить, их стрелять нету. Ну, потому что, как бы... А чё смысл так стрелять? Мы сейчас аккуратненько краем уха зайдем. Ну, не получилось, краешка. Отойдите. А, гусь-метершинник. Судя по отдельному цвету, это носитель. Осталось его поймать. Бля, как он стреляет, я не понимаю, он как по площади же должен. Разве нет? А гусей-то надо ловить, что ли? Я не хочу. А что надо сделать? Я буст нашел, ни хрена здесь картофель. Как его поймать-то? Я не понимаю, как его именно поймать, типа... А как его ловить-то? А, там же что-то через это, да? Убить его надо было. Я думал, типа, ну, поймать действительно, а так-то мы его, получается, убиваем. Это что-то бред. А где гусь-матершинник? Алло. Гусь-матершинник был здесь. Не знаю, может его ловить тоже гуся надо. Я не хочу гусей ловить, ребят. Так, а как выйти? Гусей-матер... А чё, найдите бус в оранжерее. Ну, я нашел. Я нашел, вот гусь. Бля, ёбаная баганная игра. Я нашел, открывайте дверь. Сверху что-то есть? Мне ее куда-то надо присамбачить или что? Ну, мне вообще показывается, что там это.
А, наверное, из-за того, что вот этот хер, да, последний остался за багом. Наверное, из-за этого я не могу ничего сделать. И что ты без меня делал? Да. Ладно. Ну ты кретин, Сережа. Ебанилки вам, товарищ, захотелось. Ну, получайте. Пошел нахуй. Чё, засал, Сережа? Ну и у кого теперь гусиная кожа? Не верщи! Сука. Так, нам вот сюда, что ли, его надо? Профессор, да. Прием. Мой позывной Рубин. Можете обращаться ко мне в эфире так. Вы нашли носитель? Да. Бус у меня. Направляюсь в загрузочное помещение. Конец связи. Что происходит? Блять, да уйдите вы нахуй. Ну отойди, дай пройти. Не знаю, с этим неэффективно с ними сражаться. Пошли в сраку. Пошлите, я не хочу с ними сражаться, в пизду. Пошли в жопу. Так, я вот залез бы только наверх бы, наверное, ресурсики бы собрал. Только как? Ага, понял. Я бы залез только бы наверх, собрал бы ресурсики. Остальным я, в принципе, заниматься не хочу. Бегать тут что-то бесконечно этих мобов убивать. О, улучшение нашли. А, нормально, кстати. Сейчас наберем кучу ресурсов, ребят, и будем кайфовать. Долбал, тропышка за мной там бегает. Так, а выловите все бусы контрольных организмов на поверхности. Вы как, блядь, сюда залезли, алё? Выловите все бусы. А где еще бусы? И почему здесь... А, один из восьми, все, понял. А, там где-то еще, я понял. Ну, побежали. Что-то игра вообще подлагивает, мне вообще не нравится. Прекрасное место, чтобы построить город. Или спрятать труп. Откуда? Откуда ты вообще... Ай, блядь! Уяси, как близко! Ты чем там себе куртку набил, га? Сука! Нечаев, промудоблядская пиздоклоёбина! Везде бы так. Сука! Да ты заебал! Да ты тоже заебал, хватит от меня бегать. Не стукай, не стукай! Ты ответишь за каждое перо с моей жопой! Ты мне на компост пойдешь. Отвечу обязательно. За каждое перо с твоей жопы. А я не знаю, его убить-то можно, нет? Че, нахрена он бегает? И зачем его убивать, если можно? Я, в принципе, не особо его хочу убивать, потому что гуси матершинники, они очень, знаете, такие... Интересные создания. О. Блять, а как он стреляет? По прицелу? Я думал, он как-то областью стреляет, а он, короче, по прицелу чисто. Так, еще одного буса мы нашли. Вопрос в том, куда его теперь засунуть.
Здесь гусь может быть. Ну я не знаю, гуси, зачем мне гусь? Слушай, старина, я вот уже пятую стопку пью, а еще не в дрова. В Ленинграде я уже на стойке бы спал. А как легко идет, а? Да, и никакого похмелья с утра. Ну, если, конечно, не лютовать. Чудо, а не напиток. Ключница делала. Менделееву, безусловно, почет. Гений. Талант. Ну и за водочку отдельное спасибо. Это 38-26. Все лучшее на максимум, худшее долой. Так что, вам шашечки или поехали? Простите? Еще одну? Поехали. А я правильно понял, у нас вся будет тема составляться, ну, в том, что заключаться в том, что мы будем бегать, добывать эти бусы, правильно? Бусы. Я правильно понимаю? То есть мы будем бегать по этой маленькой неоптимизированной локации и искать бусы. Я правильно понял? Кто в курсе? Извращенец. Стоит, дрочит здесь. Или я что-то неправильно понял? Это ж охуенный геймплей, ребят. Ты. А где Элеонор, кстати, где вот тут нам надо Элеонор будет найти, чтобы улучшаться. Куда-то в другое место теперь нам надо идти. А как туда пройти? Лети ты своей дорогой, я тебе уже на Кондоре все сказал. Сукин сын, я до тебя доберусь, кот ты драный. Я устал от всего этого. В смысле? Ты же, блядь, мне сама сказала, убей, блядь, этого нахуй. Я пошел, убил. Профессор, сбой был устранен. Где войска, где контроль коллектива, где Аргентум, в конце концов? Отряд Аргентум в преддверии запуска проекта «Атомное сердце» был разослан по всему миру. И прямо сейчас находится довольно далеко отсюда. Отчасти поэтому он не мог предотвратить предыдущий сбой коллектива, устроенный предателем Петровым. Занятые люди. Ну, ярничайте, майор Сергей. Да куда уж мне, не до этого. Так. Ну что, поехали опять в комплекс. Поехали. Не знаю, может, гусят надо было поймать, я не знаю, ребят. Ну ладно, не будем гуся ловить, пускай бегает гусь-матершинник. Может, конечно, там что-то дали бы за него. Но гусь-матершинник забавный. Мое любимое сундуки, ребят. О, здесь моя жена ждет меня. О, водочка. Это то, что нам надо. Да тут же все заросло, как в джунглях. А осенью вообще выше головы будет. И болота будут везде. Да вы не волнуйтесь, Жанна Аркадьевна. Мы же химики, мы все это уберем. Да? Уберете? Потому что вы химики? А может, это все убирать и надо, потому что вы химики, а? И потому что вы с Павеловскими устроили какую-то войнушку? Да нет, вы что, оно само же. Само? Вы меня за дуру не держите, все равно не удержите. Срочно прекратить эту шекспировскую драму с ботаниками и вычистить тут все до конца месяца.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о кусте и реагенте. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о миньете в туалете. Да. Любимый, как прошла твоя прогулка? Ох, эта ебать. Вредная старуха глушит мой сигнал на поверхности. Тебе удалось с ней договориться? Нет, бабка говорить не станет. Ее упрямство ничего не изменит. Чем же ты занимался? Бусы искал. Полимерные. Тебе понравится. Говорят, свихнулась ты, а бусы помогут тебя починить. Кто это сказал? Злобная бабка или занудный старикан? Не верь ни единому слову. Не буду. На такой кровати. Они заблуждаются, ты не сумасшедшая. Просто со странностями. Обожаю тебя, любимый. Угу. Что ты собираешься делать с бусами? Тебе подарю. Бусы же. Загрузим их прямо в тебя. Для надежности. Ты же не будешь против? Я схожу с ума от восторга. А когда? Когда ты мне их подаришь? Да вот выловлю по одной и подарю. Это будет леген. Подожди, подожди. Да, милый, да. Вообще не симулирует. А можно я тобой воспользуюсь? Как создание? А, то есть я могу создавать только вот эти расходники. Ну что, берем динамо. Вот эта штучка нам нужна, ребят. Мы знаем, что это такое. Давай, создавай. Еще хочу. Так, боеприпасы. А для сектора 100 зарядов. Давай. Давай, еще хочу. Патрон для дробовика нахрен. Улучшение, секатор, клуша, хренуша. Так, склад разбора сбора. Это сюда. Ни хрена у меня патронов. Так, есть водка, да? Хорошо, так. Так, улучшение. Увеличить заряженный урон, давайте. Требуется рецепт. Так, поражает одного противника, стоящего за целью. Давай. Катушки нету, магазин пока нету. Увеличивает заряженный урон. Скорость атаки. Угу. Скорость зарядки. Добавляет специальную атаку. Увеличение урона. Угу. Но это потом прокачаем обязательно. Так, водочки здесь у тебя нету, дорогая. Пойду это. Поищу. О, господи. Плющ этот, хующ. А сейчас плюща разделают или что? Забавно. Ни хрена себе, они его испепелили. Буса. Соединенный буса равно как и одиночный уязвимы к попаданиям по слабым местам. Чтобы победить соединенные бусы, сперва следует их разъединить. Атакуйте их слабые места. А чё меня вытянули-то, алё? Подожди. Первый тушёнка. Вторых пошли нахуй. Так. Слабые места. У вас слабые места там где? Как их ловить-то? Они носятся от меня, как ошпаренные. Ты справишься, любимый. Ты такой смелый, ловкий, умелый. Все, пиздец. Закончилось. А, подожди, а что закончилось? У нас же есть это. Вот это вот наше есть. Я что-то забываю.
же Юркой хрень, так просто не выловишь. Будь внимателен, любимый. Эти серые шалунишки были... Бля, девы! В радиусе своих лидеров они могут собраться все вместе и устроить тебе хорошую тряпку. Да неужели? Да, блядь, да сдохни! А, бля, как вы заебали, куча, блядь, миллионов противников, тысяч. Все. Ты откуда, блядь, инвалид? Иди отсюда. Да, здесь с этим разговаривать мы не будем. Эка невидаль. Ну, упал повар, что теперь? Мы же здесь одни. Ну да. Лодочка есть. На болотах жить просто. Наловил лягушек, и, как говорят, охапка дров, и будь здоров. Я знаю про лягушек все. Молодец. Знает она про лягушек все, ребят. Так, с гуху мы нашли, да, одно? Все? Пособирали. Так, подождите. А куда его сувать? Там, кстати, кукла за стеной. А куда дырку сунуть надо? Вопрос, ребят, какую дырку? Может, дверь должна была открыться? Так же все понятно, ребят, да? Кстати говоря, тоже эти есть люки. Куда идти-то? А, так. Он там кидает эти. Не открывается, ребят. Ну, я взял, подождите, ну, я взял. То есть, подождите, у меня произошел баг. И один NPC у меня залагал, получается. Из-за этого у меня не открылся. Пиздец, слаганная хуйня, ребят. Жену забыл, гуся забыл. А голову Петрова ты дома не забыл? Давайте послушаем великолепные реплики от гуся, ребят. А, его нельзя... Однажды я захвачу контроль над предприятием и освобожу здесь всех животных. Но не тебя! Спасибо. Давай еще реплик. У нас серия... Жил у бабуси один веселый гусь, бля. Еще реплики. Один, Б2, Б3, сопли ПТ3. Какой ты юморист. Давай еще реплику. Мы послушаем. Сережа, я у тебя денежек немножко возьму на хлебушек. Ай! Маслину поймал! А, нет, показалось! Давай еще реплики свои великие. Убежал. Проститутка! А гусь не простит. Жри говно. Простит утка. Простит утка. А гусь не простит. Вот это оскорбление, ребят. Простит утка.
Это третий. Очаровательно, любимый. Повару на болотах жить просто. Вот и произошли на предприятии несчастные случаи. Искусство требует жертв, милый. Да, блять. Бля, что, загадки надо разгадывать? Опять там гусь где-то ходит. Он, видимо, нас будет всю игру, да, преследовать? Чё? А. Извините. Нижнюю не заметил, ребят, извините. Охуенный геймплей, ребят. Перезарядись. А, ты не можешь перезаряжаться? Понятно. Не, он что-то перезарядился. Бля, и Вовчики подошли, все подошли. Надо, короче, патронов много делать и не париться, ребят. И все, и эти пизю, всех давайте, блядь, здесь, сюда. Всех давайте. Все вышли. А то сейчас опять багнется. Из-за того, что один этот не выйдет. Все собрал. Четвертая пошла. Утром бусы, а вечером любовь. Или наоборот. Людей планеты в единый коллектив есть подъем человечества на следующую ступень эволюции. Так, что у нас там дальше? Это не просто... Давайте сохранимся, я думаю, давайте на этом закончим. Давайте зайдем в Элеонорочку нашу. В нашу любимую Элеонорочку зайдем. Так, а я что там сделал? Я что-то... А, нет, не для этого, да, оружие что-то. Давайте этот прокачаем. А, не тот. Чем тут еще можем прокачать? Все? А, требуется рецепт. Вот нам что надо. Слушайте, катушку нагнетателя. Требуется рецепт. Где-то рецепт можно найти будет. И плюс 2 урона. Увеличение урона и точности, вот это тоже надо будет. Увеличить объем магазин тоже надо, ребят. Надо ресурс поднакопить тогда. Опять у меня сейчас куча всякого говна будет, кстати. Я думаю, нам это столько не надо. 5, 6, 7, 8, 10, да? 10 штучек, я думаю, нам будет достаточно. А, кстати, я динамо-то не использовал, у меня же динамо есть. Звездочка нахер. Вот если не звездочка, а другой у нас этот появится, тот, с которым мы бегали, почтет. Если появится, то мы возьмем почтет, ребят. Ну вот. А так, в принципе, у нас все есть. Давайте я даже на всякий случай, думаю, динамки пяток сделаем, на склад кинем, чтобы на всякий случай были. И надо, знаете, что еще посмотреть, ребят. Раз, два, три, четыре, пять. Это тоже сюда. А, не то нажал. Перчатка, улучшение. Что-то есть по улучшениям? А, у меня это прокачано. Персонаж. А, у меня все вкачано. Техностазис. Так, полимерный щит. Давайте прокачаем.
Ну вот, регенерируя здоровье, вот это нам надо. Атаки ближнего тоже преобразуются в эту, в энергию. Давай, чтобы дублировалось. И регенерацию щита. Блокирует даже сильные атаки. Это надо, кстати. Техностазис, ну, наверное, тоже потом прокачаем. Да. Все, будем пользоваться. Все, увидеть с тобой уже в следующей серии. Будем пользоваться именно... Будем пользоваться вот этим щитом в основном. Вот. Но это уже в следующей серии. Увидеть с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.